о Станиславе Катакове можно говорить как о Прометее студенческого танцевального искусства. До него у нас, конечно, танцевальные ансамбли были, они занимали хорошие места, занимали вот ансамбль, «Дружба» был при университете. Но так, чтобы выйти на такой уровень, чтобы наравне с профессионалами, это как ансамбли такие, как из Осетии, «Лезгинку», которые танцуют из Осетии, из Дагестана, с хором Пятницкого на один уровень, такой вот, чтобы на концерте в Большом театре или в Кремлевском дворце съездов, таких вот крупных мероприятиях, которые проводит президент страны в тронном зале и так далее. Там, ну, может быть, 9 номеров, и среди них попадает дважды наш ансамбль «Сандал», которым руководит Станислав Катаков. Вот это вообще очень изумительно было и прекрасно было достижение. А как он этого достиг? Он, конечно, очень талантливый человек был и вовремя к нам пришел. Мы искали руководителя танцевального ансамбля для нашей Якутской государственной сельхозакадемии, чтобы наши эмоции проявить, показать в танцах нашу культуру, в танцах наши желания, хотения, мечты выразить в виде танцев. Как танцуют стерхи, как танцуют журавли, которые весной к нам прилетают, птицы, и нам показывают, что они прилетели со всех разных краев, насмотрелись диковины разные, прекрасные, и это передают. И это ощущение для нас, для якутов, для народа саха, всегда было прекрасным. Не зря же говорят, кто увидел хоть один раз танец стерхов, тот счастливый человек, тот человек жизнь прожил. Не зря. И вот Станислава Катакова мы пригласили в Якутскую государственную сельскохозяйственную академию возглавить наш танцевальный ансамбль. Но тут есть предыстория. Я пригласил Тирютина, руководителя ансамбля «Калюкачан» из Мугудая Чурапчинского улуса. Он приехал, но он отказался. Приехал и показал молодого человека, Стаса Катакова, говорит, вот выпускник Якутского колледжа культуры, только что закончил и приехал к нам работать. Но возьмите его, говорит, я человек в возрасте, я уже не могу тем требованиям, которые вы хотите, работать, как бы уже в возрасте человек, менять свои мировоззрения, свой уже создавшийся менталитет. И предложил молодого человека. А требования были таковы, чтобы дать динамизм якутским танцам. Не на третьем, четвертом там, как бы, так можно сказать, что вот тра-та-та-та. Вот. Раз, два, три, четыре. Остановка. Фиксация. Раз, два, три, четыре. Остановка. Раз, два, три, четыре. Остановка. Вот фиксации. Поэтому наши танцы несмотрябельные для других регионов. А посмотрите, башкирский танец, татарский танец. Даже вот наши соседи танцуют бурятский танец. Пожалуйста, танцуют наши соседи тоже из Чукотки, чукотский танец. Уже представление есть, а даже не говоря уже о лезгинке, о молдавском танце, гопак и так далее, русская плясовая, там яблочко, много танцев, все интересно. А вот якутские танцы нигде не танцуют. Просто человек отдыхает и засыпает, можно сказать. Поэтому мы решили дать динамизм. Раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре. Через 12. На 12-й счет фиксация. Или на 24-й фиксация. Можем ли поставить такой танец? Подобрать музыку такую динамичную. И костюмы, и зрелищность, и количество людей. Чтобы было не менее 16 человек танцевали. Можно это или нет? Можно, мы думаем, думали так, и пригласили Тирютина. Тирютин предложил Катакова, и вот Катакова мы рассматривали таким образом.
если ты хочешь руководить танцем, покажи, что ты умеешь. И он предложил нам свой танец, который танцует, это калмыцкий танец предложил. Но когда мы увидели, как он начал танцевать, я уже в середине танца уже принял решение, что вот этот человек и есть, кого мы ищем. Он закончил танец, и сразу же я предложил, что давайте вместе работать. А условия были такие: если он поставит танцы, которые в республике будут лучшими, будут признаны, значит, мы в республике становимся лидерами, то я ему даю однокомнатную квартиру и хорошую зарплату. Как только мы в регионе становимся известными лидерами, двухкомнатную, а если мы становимся известными в России и за рубежом, то будет вопрос, говорится, о трехкомнатном или о коттедже. И заработная плата, соответственно, будет расти. И никаких ограничений в пошиве костюмов, в подборе музыки. И мы ему выделили отдельный наш спортзал, который был прямо для танцевального ансамбля. И выделили, ну, в финансах у него ограничений не было. Ну, у нас внебюджетные средства были, и работа пошла. Но он поставил тоже условие, что хочет пригласить сценографа, чтобы костюмы шить по ее, значит, видению. И он предложил пригласить из Чурапчи Амгалену Нотаровну Барашкову. И вот они в тандеме очень хорошо сработали и предложили первый танец, который назывался «Весенняя радость» Саски Юрюнкюте. Это на музыку Виталия Андросова. Подобрали песню Виталия Андросова и ускорили его. Ну и соответствующие костюмы были очень такие вот цвета желтый, зеленый, цвета вот его вот и так, не такой зеленый, а такой вот приятный такой цвет, зеленый, это мягкий такой цвет подобрали. И немножко желтизна с оранжевым таким видом. И получилось очень сочетание хорошее еще с белым. И танец получился очень удачным. И дальше уже пошли танцы такие, как танец лебедей, танец уже стерхов, танец оленеводов, танец рыбаков. Ну, остановки уже не было. Всего 56 танцев было поставлено Стасом Катаковым. И всегда подбор студентов шел такой, что Стас подбирал себе средних, еще не до конца обученных, чтобы им привить коллективизм, привить динамизм и привить те движения, которые в его танцах. И у него получилось, надо сказать. Получилось и с якутскими танцами, получилось и с интернациональными танцами, получилось с русской, связанной с российской культурой, русскими танцами, связанные тоже с русской культурой, с российской культурой. И в результате и за рубежом ездили в Сеул, ездили за рубежом, по Европе ездили и так далее. Везде они были всегда на первых позициях, на первом плане были всегда. И это, конечно, вдохновляло Стаса. И он шел дальше, дальше, дальше. Ну, дальше он начал ставить такие, как бы, большие массовки, такие, как во время игр Манчары, во время Спартакиады, во время Дети Азии, во время эсэхов, хоть и республиканских, и улусных, везде он был приглашаемым человеком. И реклама о нашем вузе пошла благодаря танцевальному ансамблю, надо сказать, благодаря спорту, но потом уже наука, образование, потому что наука, образование, оно сразу не приходит. Ее очень трудно, нужны годы, чтобы добиться таких передовых знаний, добиться передовых образовательных технологий. Это очень сложно. И оно все позже уже приходило.
приходила, и это все вместе сочеталось. Нам нужен гармонично развитый человек был и в науке, и в образовании, и в культуре. Об этом как-то подчеркнул Вячеслав Анатольевич Штуров, будучи президентом республики, подчеркнул, что надо поддерживать Якутскую государственную сельскохозяйственную академию в области развития духовной культуры. Точно у нас был духовой оркестр, точно у нас танцевальный ансамбль был, точно у нас был и вокальный ансамбль «Нурал». Это все поддерживалось, и даже сваи забитые стоят, там у нас должен был быть общежитие и культурный такой центр. Даже Вячеслав Анатольевич Туров говорил: езжайте и смотрите, посмотрите Юсуповский дворец в Санкт-Петербурге. Мы чуть меньше его, но сделаем для студентов, ничего не жалко. Пусть только развивается. Вот мы главный корпус построили академии, лабораторный корпус и общежитие с таким культурным центром ждали, но, как говорится, Вячеслав Анатольевич перешел на другую работу, и эти наши мечты не сбылись. Но другие люди это сделают. Айсен Сергеевич Николаев есть, и другие молодые люди перспективные есть, которые будут у руля аграрной науки, аграрного образования, аграрной духовной культуры. Почему аграрная, я говорю? Потому что материальная духовная культура нашего народа, она объединяется в единую культуру народа Саха.